Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Возможность участия в этой военно-патриотической игре «Зорница», и мы надеемся, что все-таки мы одно из призовых мест займем. Вы знаете, мы проводили в прошлом году в рамках студенческой весны ШОС великолепные отзывы от ребят, от участников. В этом году мы еще придумали очень много интересных дополнительных программ для участников «Зорницы». Они здесь у нас будут и в спецзадании участвовать, и будут в IQ Battle участвовать. То есть программа для них очень разнообразная, и мы, конечно же, надеемся, чтобы ребята стали приверженцами этой игры. И самое-то главное, мы хотели показать всей молодежи и, самое главное, детям, что в эту игру можно играть, что в нее нужно играть, что это очень интересно.